Чувашии завершились широкомасштабные антитеррористические учения. 24 сентября оперативным штабом в Чувашской республике была проведена завершающая фаза. Согласно замыслу, группа вооруженных террористов осуществила захват заложников в одном из санаторно-курортных учреждений. Часть преступников скрылась в лесном массиве Заволжья. К работе приступил оперативный штаб под руководством начальника регионального управления ФСБ Сергея Сафронова. В ходе учения реализованы меры по обеспечению безопасности населения, осуществлен комплекс мероприятий по пресечению террористического акта, поиску и обезвреживанию вооруженных преступников и освобождению заложников. Мобильность и боевую эффективность подразделений специального назначения обеспечивала авиация ФСБ России. Считаю, что цели учения достигнуты, в целом положительно оцениваю их результаты. Основной целью учения стала отработка взаимодействия силовой группировки штаба с республиканскими и муниципальными органами власти Чувашской Республики по учебным водным.